лидера врагов. I'll keep you posted as to his progress. И я буду вас держать в курсе новой информации. And one thing, we're going to be going to Mongolia tomorrow. It's a special Mongolia. И я хотел бы сказать о том, что завтра утром мы отправляемся на Мангаларию. И это очень удивительная Мангаларика. And I want to tell you what time the buses will be. Я хочу сказать вам, во сколько будут отъезжать автобусы. Raise your hand if you'd like to know what time the buses will be. Поднимите руку, кто хочет узнать, во сколько уезжают автобусы. The buses are leaving. Автобус отъезжает. At 4:10 in the morning. 10 минут после 4:00. 4:10. At 4:10. 4:10. You think that you can be there at 4:10 in the buses? Как вы думаете, вы сможете справиться и прийти в автобус в 4:10? We'll see the beautiful Govindji Devi. We're going to see the moonlight face of Krishna in Radha-Govinda. И мы отправимся для того, чтобы увидеть великолепное божество Радха-Говинды, а потом лунолитое божество Гопинатха. So 4:10 in the morning we'll board the buses. И в 4:10 мы должны будем быть в автобусе. Also, our pujari is taking really good care of us. И пуджари здесь очень заботится о нас. He actually cooks a lot of the prasada that we take. И он готовит большую часть просады, которую мы принимаем. He's taking such good care of Radha Vinod. И он так хорошо заботится о Радха Виноде. So he's requesting that you can leave some donations for the service of the deities. И мы хотели бы вас попросить, чтобы вы оставили какие-то пожертвования для служения этому божеству. I know I ask you everywhere we go to leave donations. Я знаю, что обращаюсь к вам с этой просьбой, куда бы вы ни пошли. Because I know that you're all millionaires. Потому что я точно уверен, что вы все миллионеры. Millions of dollars, millions of rubles, millions of euros. И я знаю, что у вас миллион долларов есть, миллион евро, миллион рублей. There are certain places and certain persons that we feel confident giving donations to. Но существуют такие места, такие личности, в которых мы уверены, поэтому мы с легкостью пойдем за этим пожертвуем. So please do your best to leave some donations to me. Пожалуйста, от всего сердца пожертвуйте в этом храме. Prasadam will be served in 10 minutes. И прасад будет раздаваться через 10 минут. Yes, so the Kadashi, Kadashi prasadam. И так как еще до сих пор идет Кадаши, поэтому будет и Кадашный прасад. Anyone who catches a garland thrown by Bhagavari will most likely go back to Godhead in this lifetime. И тот, кто сейчас поймает гирлянду от Бхагавари, вернется на Бхагавари к Богу.
Чинтамбарам.